В одном дремучем лесу, где-то в сказочном джунгле, жили-были четыре друга. Слоненок, попугай, мартышка и удав. В обычном лесу, возможно, они бы не подружились, а в сказочном чего только не бывает. Добрый день. Бонжур. Бонжур. Good morning. Good morning. Привет. И никто так весело по лету не проводил время, как это четвёрка. Куда пойти и с кем пойти?
вообще не знаете, что будет дальше. А что будет дальше? Дальше вы грустные головы сидели на обитаемом острове и думали, чем вы позавтракать? Если вы будете меня перебивать, подождите себе сами. Нет, мы больше не будем. Ну, тогда продолжим. И когда вы совсем потеряли надежду на завтрак, когда вы потеряли надежду на спасение,
тем, у кого